острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. У обладателя этого имени в бизнесе друзей нет. Люди Меркурия и сами это прекрасно понимают и на других особенно не рассчитывают. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Отвага, дерзость, изворотливость, острый живой ум, неиссякаемый источник новых, оригинальных идей, вечная неугомонность, стремление к переменам, движению, свободе и раскованности, любовь к приключениям, риску и всяким неожиданностям – все это характеризует обладателя этого имени. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «и» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «а» в этом имени несет символ первооткрывателя. Значение буквы «э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Владельцы этого имени терпеть не могут, когда на них начинают давить окружающие, когда кто-то ставит перед ними какие-либо ограничения. Они начинают проявлять нетерпение и нервничать. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.